девочки, признавайтесь, где мы, Лол, Перл? А ну быстро признавайтесь, я знаю, что это вы спрятали. Ага, смеетесь? Сейчас как найду сама. А вы мне ничего не хотите сказать? Быстро признавайтесь, где спрятали. Ага, вот вы какие. Сейчас пойду их сама найду. Ну, посмотри на них. Попрятали все и не признаются. Какой беспорядок! Ага, я чувствую, это малыши и школьники. И кто будет убирать это все? Если ты мне подскажешь, где большой Лол Перл, тогда я тебе помогу убрать. Так, я уже нашла первый. Сейчас надо подумать, где второй. А, смотри. Есть. Вот он. А теперь идем их распаковывать. Все, девочки, я нашла. Наконец-то я открою свои любимые Лолы. Начну с зеленого. Наконец-то достаем Лолу. Я знаю, что там уже, там ракушка. Вот она. Смотрите, какая она огромная. Но там не такие огромные волны, я думаю. Так, девочки, надо идти набирать водичку. Так, сейчас я наберу водички. Оп. Ставлю в раковину. Забираем тяжелую вазу. Так, сейчас мы увидим, что там. Так, сейчас откроем пленку. Посмотрим, кто там может быть внутри. Или что? Вау! Вау, уже все расплавилось. Вот тут как куколка стояла, я знаю. Вот они. Тут еще немного чуса сбегла. Ну ничего. И что-то. Тут маленькая и там вот такая. Здесь такой нету. Второй сюрпризик будем открывать. Что-то. Большая крупка. Только с веснушками. Так. Кружечка. Ну уже такая есть. Вот такая кошечка Поп. Давай открывать уже шарик. Тут туфельки с бонбонами. Вот такие туфельки. Пальмовая юбочка. Вот такая юбочка. Лифчик. Как раз к этим трусикам. Вот такие две куколки мне попались. Но у нас еще два шарика. Футболочка. Это, наверное, для малышки футболочка. Последний шарик тоже там внутри. Вот такие туфельки. А вот такую красоту я нашла в первом Лоле. А давай откроем теперь розовый. Девочки, в этом Лоле повторки бывают? Кто знает, напишите в комментариях.
то черно розовые шарики. Новые. А синя кремовый. Я ракушка. Пойдем набирать воду. Тут сюрпризик. Давай сначала его откроем. Черно-розовая бутылочка. Новая. Уже интересно. Но пойдем набирать воду. Только давайте в этот раз будем бурлить в умывальнике, потому что мы испачкали ковер. Сюсики, иди ко мне. Сюсика. Ладно, мы будем открывать ракушечку. Где там ракушечка? Ой, убежал. Так, сейчас будем бурлить вот тут. Вот. Так. Хорошо отливается. Сотлите на цвет. Будет фиолетовый, я думаю. Да, это будет фиолетовый. Уже все. Сейчас возьмем салфеточку, чтобы ничего не испачкать. И будем открывать дальше. Закотаем. Нужно нести. Так, чтобы мы ничего не испачкали, надо постелить салфетки. Смотрите на руки. Руки страшные. Давай раскрывать. Даже салфетка чуть-чуть попальчикалась. Вау! Начнем со старшей сестреночки. Вах. Такая лоб. Девочки, смотрите, так она темнокожая. Вот почему черный с розовым и белым. Так, теперь время открыть младшую сестричку. Сосочка это, малышка. Так, иди, сестричка, к старшенькой. Последний пакетик. Это черно-розовое. Это русалочка. Девочки, кто видел такую же куколку-русалочку? Я еще не видела, но вот моя первая. Ладненько моя. Идите. Смотрите, что тут. Я иду по полям, по селям. Сибель, вот это. Вот это на картиночке. Туселя. Шортики. Это похоже на костюмчик. Туфельки, которые на картинке. Оп! Черный. Это тоже костюмчик. Вот я красивая кукла, мне попалась. И красиво я ее одела. Все, девочки, я открыла новый лол. Теперь новые куколки пополнили мне коллекции. Кс-кс-кс. Сисики, иди ко мне. Хоть вы и спрятали мои большие лол, но я их все равно смогла найти. Я пообещала вашей подружке, что помогу убраться в игровую. Пока!